Эту песню участники вокального ансамбля «Отрада» исполняют на каждой своей репетиции. По словам их бессменного руководителя Леонида Ивановича Канцура, песня о Полевском – лишь одна из 18 песен, вошедших в юбилейный сборник. Кстати, в их основу легли стихи известных полевских поэтов Анатолия Азовского, Тамары Шушпанниковой и Любови Пивоваровой. Они и сами, в общем-то, обращались, что вот хорошие стихи, но как-то хотелось бы положить их на музыку. Ну, вот так родилось такое, значит, вот желание. Попробовал себя, ну, что-то запелось, вот. Людям понравилось это петь. Вот. И так за годы накопилось большой такой материал. Ну, сейчас вот уже как-то, проработав столько лет в самодеятельности, хотелось суммировать все это. Поднял все свои архивы там, что лежало, вот. Ну, их как-то оформил. Вот, ну и получилось. Но не только стихами о природе богат песенный сборник. Есть в нем и детская страничка. Екатеринбургская поэтесса Анна Юсупова специально к юбилею города написала несколько незатейливых стишков, которые позже Леонид Канцур положил на музыку. А вообще, говорит Леонид Иванович, у каждого поэта есть своя изюминка. Если, например, взять стихи Тамары Шушпанниковой, то они обладают определенной певучестью, в то время как Анатолий Азовский всегда писал с неким юмором и даже сарказмом. Вот написана «Поздняя любовь» Люба Пивоварова. Вот она, стихи такие. Я нашел у них в поэтическом сборнике, когда у них вот рассвет этот был, вот. Он, значит, они мне подарили такой сборник, и там нашел вот эти стихи у нее. Написал, вот у нас поют наши участники самодеятельности «Поздняя любовь». Репетиции песен, вошедших в юбилейный сборник, продолжаются, потому что впереди у участников вокального ансамбля «Отрада» много творческих вечеров и новогодних концертов. Но, пожалуй, самое ответственное мероприятие намечено на 30 марта будущего года. К этому дню планируют выпустить и юбилейный сборник «Песен о Полевском». Татьяна Усынина, Александр Полищук, новости нашего города.